Привет, это Навальный с экстренным выпуском нашего видеоблога. У меня есть муравьиный спирт, которым я отмываюсь. У меня есть стильное зеленое лицо, которое отлично подходит под фирменные цвета нашего штаба. И я просто хотел сказать вещь, что, может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я их точно буду записывать, потому что меня посмотрит еще больше людей, и меня это совершенно точно не остановит. Обращаюсь ко всем, обязательно участвуйте в митингах по всей стране 26 марта против коррупции. Мы обязательно победим.